Признайтесь, вы любите зиму. Пряники и печенье, посиделки у камина и замороженные пузырьки метана. Мороз позволяет человечеству наслаждаться очень странными зимними явлениями. Давайте взглянем на некоторые из них. Под поверхностью озера Эйбрахам в канадской провинции Альберта или в водоемах Антарктиды вы увидите нечто невероятное – ледяные пузыри. Сверху они выглядят как сверкающие драгоценности, но эти пузыри не оправдывают наших ожиданий, поскольку они не лопаются. Они застывают на полпути, так и не достигнув поверхности. Как же они вообще туда попадают и из чего они состоят? Некоторые из них образуются из газа, выделяющегося при таянии ледников. Другие – в результате разложения органических веществ, лежащих на дне озер. Они, конечно, выглядят красиво, но в то же время опасны для человека. Эти пузырьки состоят из метана, и они могут вас опьянить, поэтому на вашем месте я бы не подходила слишком близко. Если вы едете по извилистой дороге на склоне холма, когда начинается снежный шквал, лучше немедленно прекратить движение. Снежный шквал – это зимний эквивалент сильной грозы. Эти явления трудно предсказать, и они очень быстро движутся. Может светить солнце, но внезапно начаться сильный шквал. Если вы не слышали этот термин раньше, то потому что Национальная метеорологическая служба США начала использовать его только в 2018 году. Его назвали шквалом, потому что он сильно снижает видимость и может быть очень опасным, если не отнестись к нему серьезно. Но все равно падающий снег – это красиво. Представим, что вы решили посетить Ниагарский водопад зимой. Он расположен между США и Канадой, и это пятый по величине водопад, через который каждую секунду проходит более 3000 тонн воды. В холодное время года он выглядит как зимняя сказка, и вы можете увидеть невероятное явление – замерзший водопад. Нет, это не голливудский спецэффект или интернет-розыгрыш. Ниагарский водопад действительно замерзает. Это происходит, когда он долгое время находится под воздействием низких температур. Тогда вода на поверхности и туман в воздухе превращаются в лед, и создается впечатление, что весь водопад замерз, но это не совсем так. Если вы внимательно всмотритесь в лед, то заметите много текущей воды. Вы когда-нибудь слышали о природных снежках? Это редкий и красивый феномен, который возникает, когда небольшие куски льда оказываются под воздействием сильного ветра и воды. Чем дальше они катятся, тем больше льда собирают, и тем больше этот лед полируется. В итоге они превращаются в гигантские снежные шары идеальной формы. Сами по себе они выглядят потрясающе, а сотни таких снежков вместе – это незабываемое зрелище. Некоторые снежинки превращаются в огромные катящиеся пончики. Такие редкие формы возникают только при идеальных температурных условиях, когда снег не слишком твердый и не слишком пушистый. Снежный ком начинает катиться вниз, собирая все больше снега, пока его средняя часть не разрушается. И вуаля, у нас есть снежный пончик. Интересно, а на вкус он как пончик? Вряд ли. И если вы хотите увидеть снежные пончики в реальной жизни, вам лучше отправиться в по-настоящему холодное место. Хотя люди также видели их в Оттаве, на Среднем Западе США и даже в Шотландии. Выбравшись на прогулку в лес в начале зимы, вы можете наткнуться на волшебные явления, известные как морозные цветы. Эти цветы возникают только тогда, когда воздух уже морозный, но земля еще влажная. Когда складываются идеальные условия, пар, выходящий из стеблей, образует тонкие узоры, напоминающие нежный цветочный лед. Не пытайтесь их собирать, вы их сломаете. И уж тем более не пытайтесь посадить их где-нибудь еще, ведь это не настоящие цветы. Отправляйтесь в лес, пока солнце не светит слишком сильно, иначе эти нежные структуры растают. Скажем, вы только что проверили прогноз погоды и увидели, что днем будет минус 22 градуса. Возможно, вы решили остаться дома под одеялом, но вы измените свое мнение, если у вас будет возможность совершить эту вылазку.
Представьте себе Йеллоустонский парк под метровым слоем снега в солнечный день. Если вам этого мало, добавьте к пейзажу заснеженных бизонов и дымящиеся гейзеры. Все еще сомневаетесь? А что вы скажете насчет деревьев, покрытых инеем? Этот геометрически идеальный и живописный вид инея можно увидеть, когда влага в воздухе минует стадию капель и появляется непосредственно в виде кристаллов льда на листьях. Это зрелище гораздо более фотогенично, чем иней на лобовом стекле или в саду. Итак, вы идете по заснеженному лесу в морозный день и вдруг слышите громкий стук. Нет, это не лавина и не землетрясение. Вы находитесь в центре морозного землетрясения. Если вы ожидаете увидеть, как красивые кристаллы льда трескаются на земле, вынуждены вас разочаровать. Морозные землетрясения, также известные как ледотрясения, происходят, когда влага под землей начинает замерзать и расширяться. Вещи всегда расширяются в замороженном состоянии. Посмотрите, например, на кубик льда. Ледяные землетрясения могут привести в движение камни и почву и вызвать громкие трещащие звуки, будто мир рушится. Но не волнуйтесь, это не так. Если вам попадется черный лед, будьте осторожны. Хотя мы называем его так, черный лед на самом деле не черный. Он состоит из тонкого слоя льда, который выглядит черным из-за цвета бетона или земли. Он настолько хорошо сливается с землей, что его почти невозможно заметить. Он образуется в зимние дни, когда земля влажная от дождя или талого снега, а температура внезапно опускается ниже нуля. Так появляется тонкий слой, который значительно увеличивает шансы поскользнуться при ходьбе по мостам или эстакадам. Он также часто встречается на участках дороги, затененных деревьями. Следующее явление происходит в очень специфических условиях, а именно в Антарктиде. Помимо других удивительных явлений, которые можно встретить на этом континенте, в Антарктиде есть чрезвычайно странный водопад. В 1911 году австралийский геолог наткнулся на так называемый «кровавый водопад». Его чрезвычайно озадачил поток красной жидкости, льющийся со склона небольшого холма среди антарктических льдов. После долгих лет исследований стало ясно, что причина красноты – это высокое содержание железа в воде. Последний кусочек головоломки встал на место, когда ученые обнаружили, что неподалеку находится подземное озеро с водой, насыщенной окисленным железом. Оно и отвечает за красный водопад. Северный полюс – это не только вымышленный дом Санты. Вместе с Южным полюсом он служит домом для так называемого полярного вихря, явление, которое позволяет нам прочувствовать настоящую зиму. Полярный вихрь – это большая область низкого давления и холодного воздуха. Он называется вихрем просто потому, что воздух там вращается против часовой стрелки. Он посылает струйные потоки, которые запускают еще одно зимнее явление, так называемый морозный туман. Мы видим туман, когда облако касается земли. Но что происходит, когда оно замерзает? Все капельки воды, которые висят в воздухе, замерзают, приближаясь к земле. Вам вряд ли понравится вести машину в таком тумане.